Владимир Владимирович, вам иногда бывает стыдно? Это такой нешуточный вопрос. И говорить об этом на многомиллионную аудиторию, в общем, не так просто. Но вот я уже публично как-то воспроизводил эту ситуацию. Мне, честно говоря, даже сложно сейчас об этом говорить, но тем не менее. Это было в начале 2000-х годов. Я много передвигался, много ездил. Страна была в очень сложном положении. И куда-то мы прилетели, в какой-то регион. Уже конец рабочего дня, где-то уже к ночи, темно. Это было, по-моему, осенью. Слякоть, грязь. И куда-то я перебирался, шел там по этой слякоти к машине. И вдруг появилась женщина, что-то невнятно сказала, и вдруг упала на колени. Вот, отдала мне записку. Я сказал, что обязательно посмотрю. Забрал, отдал помощникам, ее потеряли. Никогда этого не забуду. Вот, мне сейчас стыдно. Когда, вы знаете, не всегда можно решить вопросы. Некоторые есть нерешаемые. Я почти уверен даже наверняка, что там было теперь, прочитав уже десятки таких записок. Наверняка что-нибудь о помощи сыну, который сидит в тюрьме, или еще что-нибудь в этом роде. Но дело не в этом. Вот, поэтому вот все, что до меня доходит, в руки попадает, я все стараюсь отработать.